Всем привет, друзья! Сегодня хочу пересадить несколько своих фиалочек, потому что я смотрю, что очень закисленный субстрат. Смотрю, что субстрат уже тут очень старый, фиалочка давно не пересаживалась. Поэтому нужно освежить. Также сниму несколько листочков. Вот такие корешки. Корешки неплохие. Значит, буду садить в торф классном плюс перлит. Так, секундочку. Фитиль. Также положу в середину немножко гранулированных удобрений фосфорных, пару грамм, и обязательно прикрываю, чтобы не обжечь корни субстрата. Так, вот так я почистила вот эту фиалочку, которая была очень загущена. Камера не включилась. Я сняла очень много ярусов листов. Там получился оголенный стволик, я его немножко заглубила. Вот, так что посадила в тот же горшочек, потому что это мини. И сейчас займусь этой фиалочкой, она тоже загущена. И тут очень-очень старый субстрат. В общем, как-то так. Оголился тоже стволик. Она у меня перекосилась, я ее забыла покрутить, выставить как нужно. Придется теперь ее выпрямлять, чтобы она выпрямилась, а то она не стала косая. Ну ничего. Все, фиалочки посажены. Я еще хотела разобрать вот эту розу. Еще хотела разобрать розочку, она у меня уже отцвела. Вот такой вот кустик. И тут такой торф, как губка, он мне нравится, потому что очень быстро пересыхает. Я не успеваю за растением следить. Поэтому я сейчас это все пересажу. Просто делю куст, аккуратно разделяю руками, ничего не режу. Тут, если видно, 4 кустика. Вот. Вот этот торф от комнатных растений я выкидываю на клумбу. Это в какую-то шину, либо под какой-то цветочек. В общем, ничего не пропадает. Так, одну очистила.
такие корешки. Мне нравится, как сформированы они. Очень низенькие, компактные. Тоже свои растения так стараюсь формировать. Петунии, либо даже герани комнатные. Но они у меня повымахивали в клумбе такие огроменные. Им, видать, там благоприятные условия были. Вот, они... В клумбе, конечно, я их не формировала, давала им полный рост. Они там вымахали очень-очень шикарные. Прям нарастили столько зелени, корней. Главное, что цвели. Потому что дома они у меня плохо цветут. Ну, можно сказать, не цветут. Вот. Все очистила. Сейчас я... помою руки и распределю, что куда, и подберу субстрат какой-то для них.